Дирекцию Выборгского дворца культуры и директор
лекциями художественного руководства Дворца учащейся молодежи за помощь в организации вот этого спектакля. У нас была сегодня премьера, которая называется «В городском саду». И, конечно же, вас, дорогие зрители, которые так тепло принимали наш спектакль, и вам огромное спасибо. Я думаю, что мы вас поздравляем и рады. Спасибо вам большое.